Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Ванька, и сегодня мы с вами оценим такой продукт, как под названием Middle of Shadow of Mordor, то есть Средиземья Тени Мордора. Игрушка сделана даже не по фильму, скорее по книге «Властелин колец», но никак не затрагивает события, происходившие в книге. Скорее, она ведет отдельную параллельную историю. Ну что ж, давайте не будем предисловий. Просто начнем и посмотрим, что она из себя представляет. Так, ну, давайте сюжетный режим и поехали. Swing. We're killing chicken. Wouldn't want to hurt you. Too long, wouldn't it? Dear Hail, the mighty chicken killer. Come on. Come on. Show your father what you have, huh? Ага, и так начинается вот игра. Вот у нас уже геймплей пошел. Так, и так, 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 давайте выполнять, что нас просят. Оп! Парируй, сын. Ну, давай попробуем атаковать. Оп! Опа! Оп! Оп! Вот так вот. Прошу прощения, если буду немножечко таким вот усталым. Только что вернулся буквально с пары. Так что все не очень хорошо. Так, что нам тут надо? Ну, скорее всего, нужно сделать следующее. Так, давайте его добьем все-таки, да? На. Так, там еще он народ идет, как я вижу. Так, нужно попробовать сделать следующее. На! Так, получилось. Так, ай-яй-яй-яй. Мне еще нужно привыкнуть к этой боевой системе. Она довольно-таки интересная. Чем-то напоминает систему боя из Assassin's Creed. Но все же к ней еще надо привыкнуть. Вот уже более-менее. Так, ну что, куда нам там дальше? Так, ну здесь у нас дождик кончился.
Здесь у нас всех переубивают. Нет, даже не так. Всех мы уже убили. Я говорю, мне сейчас со словами будет вообще идеально. Давайте подарим ей цветочек. Хоть и все печально уже закончилось. То бишь, таким образом, кольцо дает нам власть над временем. Я сейчас, я так понимаю, вернулся немного назад. Тихо, давайте его быстренько прикончим. Вот вам и движение, как у соседей. Так, аккуратно, назад. Так, сейчас он того, чтобы он сюда не пришел, надо быстренько грохнуть. Иди сюда. Вот так вот. Таким образом, это колечко нам дает власть над временем. Мы сейчас спасаем всех любимых, я так понимаю. Так, аккуратненько сейчас вынесем и этого. Ну вот, как бы, все. Или я все-таки немного не догнал. Да, все-таки я, скорее всего, был неправ. Это были всего лишь воспоминания. Или же все же нет?
see for yourself. Now, do you believe me, Ranger? What has happened to me? You are banished from death. Cast adrift between the worlds of light and dark. Curse binds us together within the walls of Arda. If what you say is true, then how do we break this curse? We find the one who cast it on us. The Black Hand of Sauron. Так вот как оно получается, он между светом и тьмой, между жизнью и смертью, так получается. Его Саурон проклял. Вот как. Средиземье. Тени Мордора. Так. Оп. Отлично. Ну, это у нас карта. Так. На-на-на-на, вы откройте ноут. Так. Да, уже не просто грабил. Отлично. Угу. Ну, все понятно. То есть здесь у нас доступна большая карта. Побегали. Сейчас будет, я так понимаю, прыжок веры из ассасина. Ну, давайте попробуем. So, we missed one of you at Narcos, eh? An easy mistake to fix. Так, отлично. Передвижим стрельбу, удерживайте. Так, давайте ему хедшот, что ли, отвесим. Так, тебе тоже. Ну и тебе. Нет, стоп, еще один есть. А, промазал я. Жалко. Добиваем его быстренько. Давай, успеем. Ладно, этого добьем уже. Да и этого, в принципе, тоже. Ну, вот как бы все, да? Так. Хоба. На, чувак. О, слушай, прикольные такие эффекты прям. Так. Ну, ладно, уже не успел. Так, ну допустим. Ну давай вот так вот. Так.
Отлично, то есть... Так, нажимаем пробел. Угу. Так. Так тебя покрутить там никак нельзя. Такой, фу, страшный прям. Ужас. Просто ужас при ужас. Так, отлично. Так, ну теперь я вижу, оно добивается от врагов правды. Это очень круто. Так, хорошо. Тоже хорошо. И это хорошо. Все, теперь у нас, я так понимаю, свободный мир. Можно понаслаждаться этими красивейшими пейзажами. Так, ну-ка попробуем полазать. Ну, здесь все взято из Ассасина. Как-нибудь по этой штучке спрыгнуть можно? Опа! Уи! Прикольно. Так, ну, ладно, пойдемте. До задания все-таки добежим. Так, что там у нас такое? Катапульта, он там летает, нечисть какая-то на летучую мышь. Смахивающий. О, тролль. Что-то мне туда как-то перехотелось. Ой, что-то как-то перехотелось. Ой, твою налево. Да иди, Гатас, они камнями кидаются. А, так, пойдем здесь. Давай, 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 давай. Так, на его мы уже оббежали, и это очень хорошо. Я бы с таким не очень бы хотел встречаться. Тяк, 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 тяк. Так, удерживайте левый шифт, чтобы задержать пробел, чтобы убежать. Ну, это и так непонятно. Аккуратненько. Дошли. Так, отлично. Так, работорговец. Ну, давайте примем. Ну, посмотрим, что тут у нас будет. Так, ну отлично. Что нам нужно для этого? Нам для этого нужно следующее. Так, а нам нужно вот и это вот. Отлично. Так, то есть нам вначале нужно тудыть, да? Спокойно, спокойно, спокойно. Аккуратненько. Конечно, понимаю, что очень крутой. Да сядь ты уже. Так, ну он вроде никуда не спешит, да? Поэтому аккуратненько делаем вот так. Так, спокойненько. Кто-нибудь у нас там еще есть? Да, вон еще. Так, он нас вроде пока что не видит и видеть не хочет. Сейчас мы его аккуратненько. А тот с другой стороны у нас заметил? Да, вроде заметил. Так, ну мы вот так скроемся. Слушай, ну действительно, вся механика и техника из Ассасина. Даже по движениям, похоже. Сейчас он сюда пока что не собирается, как я понимаю. Вот так, а вот это уже не круто. Их там двое.
Так, ну он вроде там надо в другую сторону смотреть, да? То есть я сейчас сделаю... Нет. Так, 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 аккуратненько. Так, ну ты там у нас пока отвернулся. Ну, я думаю, это было вообще не слышно. Но да, не в этом дело. Так, аккуратно, так. Смотрим туда. Так, пока он на нас не палит, сделаем следующее. Опа! Вот, вот так вот. Другое дело. Так, ну, что там у нас дальше? Так, ну, дозорных мы вроде всех сняли. Так, осталось сделать следующее. Ну-ка. Так, отлично. Так, урок ищет источник шума, урок знает... Так, ну, ё-моё, он меня уже нашел. Хоба. Так, удерживайте. О, ну, что такое? Нет. Ух ты, вот это уже интересно. Так, я там кого-то, по-моему, раба ударил, да? Что не есть хорошо. Давай, давай, мочи его уже наконец-то. Есть. Я его завалил, да? А вот это вот уже было не очень хорошо. Нужно было, походу, его не заваливать. Но они уже, как минимум, все уроки разбежались. Догнать, что ли? Иди сюда! Сюда, иди! Эл, пацанчик, чё падаешь? Эл, говорит, что мобила есть, позвонить надо. Ну, куда драпанул-то? Мобил, говорю, есть? Да ты чё такой непонятливый? Сюда-то иди, Эл. Да ты куда вообще драпанул? Давай, да, вали. Ладно, фиг с тобой, вали давай. Ну что, дорогие друзья, думаю, на этом мы с вами... Так, ладно, мы зону покидаем, надо всё-таки завершить задание. Так, что там у нас? Что-то за этим погнался, задание даже не завершил. Я же могу его возродить как-нибудь или что-нибудь в этом духе? Мне же его валить не надо было, или это было просто устранение такое? Так, Enter, открыть способность, сейчас все сделаем. Так, ну что тут у нас? Что тут у нас? А у нас тут следующее. Так, значит, нам нужно нажать следующее. Так, отлично. Так, тратить опыт, ну это все стандартно. Так, нам нужно это, да, я так понимаю. Ну и все. Другое дело. Так. Все теперь? Или нет? Или еще что-то? Так, ну что-то я опять, как всегда, упустил, да? А, нет, нет, нет. Давайте. Заберем. Отлично. Так, ну мы это уже сделали, между прочим. Так, нет, разве нет? Так, руны, ага, 1-2. Отлично, то есть я теперь могу еще и руны ставить. Так, вот это хочу. Вот это хочу, вот это. Так, ну допустим, да, вот. Все очень хорошо. Так, ну вот, как бы и все. Так, ну что дальше? Ага. Come here.
Как вы думаете, кто это? Ну что, дорогие друзья, ну, я думаю, на этом мы с вами и закончим. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите продолжения. Это был Ванька. Всем пока.